Всем привет, меня зовут Лера, и сегодня мы с вами поболтаем. Так что, если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной и не переключайтесь. Я наконец-то подстриглась. За долгие-долгие годы, наверное, лет с 15-16, я не стригла вообще волосы. Я все ждала чуда, когда же у меня наконец-то будут длинные волосы. Я их отращивала, и все, чудо не происходило, и я решила плюнуть на это. И вот так вот просто обрезать жестоко свои волосы. На самом деле я вообще не жалею, я настолько счастлива, меня настолько вообще переполняют эмоции, что я ни чуточки не жалею, мне очень нравится, как это все выглядит. Во-первых, образ стал как-то живее, свежее, что-то наконец поменялось в моей внешности. Плюс волосы стали живее, мне нравится их трогать, они такие приятные. В том году я обстригала, ну, может быть, сантиметров 5-7, но сейчас решила все-таки побольше. Они мне с того года немножко отросли, и я решила все-таки покороче отстричь свои волосы, и безумно этому рада. Так что, если вы хотите каких-то изменений, но вам не хватает смелости подстричься, покраситься, еще что-то, я не знаю, сделать интересное над собой, поэкспериментировать, не бойтесь, смело идите к своей цели, не думайте, что скажут другие, не думайте, пойдет мне, не пойдет. Сейчас как раз самое то время, осень, осенняя хандра, депрессия, как все говорят и как все этого боятся. Действительно, погода не радует, уже солнышка совсем нет. Серость. Это как раз то самое время, когда нужно чем-то радовать себя, какими-то позитивными эмоциями, потому что мне доставляет это очень хорошие эмоции. Я наконец-то приехала из отпуска и с новыми силами, с вдохновением хочу творить, снимать видео, но у меня такой вопрос. У меня так? Или это у всех так, что сейчас YouTube как-то стал немножко быть неактуальным? То есть вот эта волна популярности YouTube, она как-то уходит, и вместо YouTube приходят какие-то другие социальные сети, либо социальные сети, которые были ранее немножко не продвинутыми, было мало рейтинга, они были не такими популярными, сейчас они все больше и больше становятся популярными. И YouTube, мне кажется, как-то уходит в дебри какие-то. Либо просто это из-за того, что я как-то перестала смотреть YouTube. Хотя было одно время, что я просто торчала там постоянно, я не сидела ни в каких других социальных сетях, я смотрела постоянно видео. Именно это подтолкнуло меня создать свой канал и снимать видео, потому что мне безумно нравилось, как девчонки это делают, что у них это действительно здорово получается, и мне очень-очень захотелось, и вот я здесь. Действительно ли YouTube уходит на второй план, и он теряет популярность, либо это у меня такое одной, что у меня как бы не особо хватает времени, и просто как-то, как говорят, прогорело, и я больше там не зависаю столько времени, как зависала раньше. Сейчас, мне кажется, больше стало блогеров в Инстаграме. Очень модно писать посты, вот эти красивые аккаунты. И мне кажется, там намного больше стало сейчас блогеров, как они себя называют. То есть они тоже записывают видео в сторис сейчас, выкладывают посты, 3-4 поста в день, очень длинные, на разные темы. В принципе, интересно, я на многих блогеров подписана. Вот, и может быть, в связи с этим как-то влоги уже не актуальны, потому что снимают и все показывают в сторис. Уже как-то не хватает времени, наверное, зависать на YouTube, а легче всего зайти в Инстаграм, посмотреть фоточки, почитать посты, и на этом все закончилось. Да что скрывать, я сама очень часто зависаю в Инстаграме, мне это больше нравится. Появится какое-то новое поколение, которое будет тоже смотреть YouTube с таким же интересом, как в свое время смотрела я, допустим. Но я не знаю, все ли так перестали смотреть YouTube, так что напишите, пожалуйста, в комментариях обязательно. Мне это очень важно, потому что если он действительно перестал быть актуальным, зачем действительно тратить время, силы, свое терпение,
финансы те же, на съемку видео на YouTube, если никто не смотрит, и это перестало быть таким актуальным, как было раньше. На самом деле это весь вопрос, вся тема, которую я хотела обсудить и у вас спросить, уточнить, как вы думаете, смотрите ли вы до сих пор видео на YouTube и актуально это вообще еще, потому что это меня все-таки волнует. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Instagram, здесь много фоточек, я их выкладываю регулярно, также очень много всегда сторис, я стараюсь что-то выкладывать обязательно, и там же я сообщаю, когда выходит новое видео. А еще у нас на Choker by Blondie новая коллекция чокеров, украшений, также значки у нас еще появились, так что заходите к нам в гости, и спасибо, что оставались со мной, до новых встреч, пока-пока!